щоб наш колишній козел знав, що ми недовго за ним вбивалися. Я бачу волною за завтра. Нужно произвести хорошее впечатление. Что наденем? Мою улюбленную косуху! О нет, только не ее. Она же такая затертая. О, а давайте платье! Мы идем на побачення, так, где мое деколон? О нет, только не это! Гнев, ты опять переборщил! Уровень кислорода падает. Мы скоро умрем. Надо проветрить. Да, пооткрывай все двери, чтобы немного свежего воздуха зашло. Глаза слезятся, я ничего не вижу. Осторожно, не перепутай с дверью в изолятор. Ой, у меня плохое предчувствие. Народ, мне кажется, я совершила непоправимое. Что ты наговорила? Теперь мы точно умрем. Снова с вами. Похоже, звезде завтрашнему свиданию. Кто-то сказал свидание? Это же круче, чем комната страха и Диснейленд вместе взятые. Что там в таких случаях говорится? Как нам ее успокоить? Сейчас посмотрю. Ее невозможно успокоить. Нам придется дождаться, когда она устанет, и снова запереть ее в изоляторе. Но она же все испортит. Что? Что ты такое говоришь? Я все испорчу? Да я просто мастер свиданий. Ну и сколько свиданий ты провела? Ну аж... Короче, я мастер, и это не обсуждается. У тебя всем отбой. Завтра большой день. День больших разочарований. Может, с ней что-то случилось? Кинула она нас, вот что стало. Ой, да рано еще о чем-то говорить. Девушки, они ведь всегда опаздывают. Может, она тоже в пробке стоит? Надеюсь, на ней никто не спал. Я начинаю волноваться. Может, ей что-то написать? Це я починаю хвилюватись. А, ну-ка, дайте мне телефон, Азарейну. Ну, вы шо? Кажется, это плохо закончится. Давайте подождем немножко, правда. А она мне сразу не понравилась. Вы видели, какие у нее ванильные цитаты в Твиттере? Ничего, Зара, я ей испущу на Давайте землю. Подождем. Я верю, что она придет. Знаешь что? Еще 15 хвилин, и если она не придет, то вы не будете мне заважать, и я выскажу ей все, что я про нее думаю. Да я тебе помогу, суп. Некрасиво как-то получится. Так, 5, 4. Алло! Дай булок кило. О, а он симпатичнее, чем на фото. Но мы ему ничем не поможем. Мы здесь бессильны. А нас не побьют, если эксцентричность что-нибудь вычудит? Якщо ми її отримаємо на горіхи, то це буде заслужено. Ну нічого, мовчиш? Оригінальне приветствие. Конечно, я ж сама придумала. Я уж думал, ты не придешь. Ну, прости, просто каждая девушка может себе позволить чуть-чуть опоздать. Конечно, то у вас не было бы столько шарма. Я, между прочим, волноваться начал. Ой, волноваться. Какой он милый. Ой, это ты зря. Знаешь, у меня есть шокер. Хочешь попробовать? Боже, что она сделала? Мы его только ударили. Он был таким симпатичным. Надеюсь, его не парализует. Смотреть. Вона нас, мабуть, точно погубить. Страх. А ти що, так не зробити з самого початку? Я когда пугаюсь, я просто теряю форму. О, как будто локтем обо что-то ударились. Ага, там бодрит. Це вона нас шокером вдарила. Надо бежать, вдруг она маньяк. Я тобі
зараз звалю. Це небезпечна ситуація. А в таких випадках контроль має переходити мені! Ой, чувак, прости, я... случайно. Что ты задумала? Немного повеселиться. А то вы тут живете, как в монастыре. Ни тебе веселья, ни приколов. Ну так себе прикол. Он и сдохнуть мог. Да ладно тебе. Я же шокер на минимум выставила. Сейчас отойдет. Мир иной. Ой, чувак, ты извини. Тебе больно, наверное? Да что я там спрашиваю? Конечно же больно. Ну ничего. И тебе сейчас поцелуй, и все как рукой снимет. Она его Она нас поцелала! Она на моей щеке! Фух, я думал, хуже будет. Ладно, якось дивно. Мені це не подобається. Побачення почалось дуже незвично. Она просто переволновалась, как и мы, собственно. Перехвилювалась! Вона нас шокером вдарила! Тебе я понимаю, что волновался зря, и тебе ничего не угрожало. Ты крепкий орешек. Послушай, я неужели я настолько плохо выгляжу, что ты меня перепутал с лысым мужиком? Ты что? Он же нам комплимент сделать хотел. Я в курсе, но пусть не думает, что нас так легко завоевать. Ты назвала его лысым мужиком? Это был комплимент ее мужественности. Спокойно, я сейчас все объясню. Нет, ты не поняла, просто ты с виду такая вся обычная, а оказывается, у тебя есть сюрприз. Он назвал нас обычными? Да нахуй, сука, утягай! Не плачьте, сейчас я ему задам! Это кто здесь обычный? Я, между прочим, пиво могу кубком открыть. Фу, гадость какая! Правда, что ли? Фу, гадость! Ну, может, она нас просто так удивить пытается? Ага, бросила она нас струмом, а теперь просто знущается. Зачем она это делает? Впечатляет. А ты любишь пиво? Все, что горит. Ну вот, теперь он подумает, что у нас еще и проблемы с алкоголем. Да нет, он решит, что мы крутая чика и предложит нас угостить. Да ты огонь! А то, я уже накатила, но я как стойкий оловянный солдатик. И она просто падает нам в руки. Кажется, меня тошнит. Это от страха. Это вчерашний бильярд с автовокзала. Что нам теперь делать? А может, давайте ее обнимем? Да скину ты их, бесовой матери! Что она себе позволяет? Нам надо вызвать его. Его? Его? Да, похоже, это единственный выход, который устроит нас всех. Нам нужно одновременно нажать все кнопки, чтобы вызвать его. Готовы? 3, 2, 1... Ситуация как раз твой профиль. Позядя! Успокойтесь. Раз я здесь, ваша работа закончена. Ты такая легкая. Что-что? Как пушинка. Он еще в адеквате? А ты не так просто как кажешься. Я просто эмоционально отстал. А вам тоже кажется, что его взгляд изменился? Да. Он такой жуткий. Меня сейчас тошнит. Он такой спокойный. Мне страшно. Может, он нарешті піде? Я уже просто хочу, чтобы это побыстрее закончилось. Ша, тихо! Я только разогрелась. Слушай, а почему ты без подарочка? Какого подарочка? Ну как же сегодня уже праздник. А что положено дарить на праздники, а? Алло. Правильно, подарочки. Ти глянь на неї. Ах, чуєш, вона ще подарунки вимагає. Молчи, злюка. А
что ты празднуешь? День Республики Камерун? День рождения Анреда Бальзака? Или юбилей Аникона? Задняя площадочка, не слышно. Вообще-то сегодня ровно 17 дней, как мы стали друзьями в Фейсбуке. Серьезный праздник. Но я не верю в Цукерберга, поэтому не праздную. О, какой молодец! Что ты на это скажешь, эксцентричность? Да ты смотри, какой щегол! Ну ничего, я еще не закончила! Он стал таким спокойным и уверенным. Да-да-да, мне теперь нравится. Сейчас я его уверенность в лоскуты порву. Послушай, знаешь, я тут участвовала в Инстаграме в гивэвэе и выиграла бесплатную шоколадку. Правда, для этого мне пришлось запустить 27 сториз за один час. Ну, ты понимаешь, что 27 сториз за один час, ну, такое себе, 27 сториз за один час, 28 сториз, понимаешь, да? Взагалі, хтось зрозумів, що вона сказала? Что-то про 27 шоколадок в час. И, кстати, как ты думаешь, Лук действительно умер в «Войне бесконечности»? Ну, если это не подействует, то я даже не знаю. Это была моя последняя атака. Надеюсь, он справится. А давайте держать за него кулачки. Ведь он столько пережил, а Локи нет. Давай, мужик, ты сможешь, давай! Сподеваюсь, ты знаешь, что робити. Секундочку. Но я не смотрел «Войну бесконечности». Звіздець в шокі. Потрібно їй швидко закрити, доки вона не опритомніла. Як не треба. Якщо вона так постійно, понемногу буде тратити свою енергію, то таких катастрофічних наслідків не буде. Макровато. Насилаю! Можете не благодарити. Що ти робиш? Свою роботу. Ну все, при поцілуї передається 80 мільйонів бактерій. Ты можешь держать эту информацию при себе? Ты меня только что поцеловал. Типа того. Послушай. Ты, конечно, извини тут за все, да? Я себя так странно вела. Но просто это не я была. Это был Арсенал Минснэ. Ты уйдешь после всего, что между нами было? Просто мне стыдно. Мне тоже стыдно за тебя. Но мне даже понравилось. Я могу устраивать тебе такие аттракционы ежемесячно. Неважно. Видели, это очень интересно. Невозможно. Что мы продуем? Все ваши страхи также несущественны. Вы можете иметь огромное количество. Но вы всегда должны помнить, что настоящая любовь может объединить.